Привет, мои хорошие! Сегодня у нас рубрика, которую я не записывала целый год, потому что просто не было повода, и называется она «Леру бомбит». Если вы на моем канале впервые, то пару слов обо мне. Я живу в Польше. Основная часть моих видео и моего блога – это путешествия по Польше, по большим и маленьким городам. Часто я их сравниваю с Украиной, потому что я жила в Украине 24 года своей жизни. Мне нравится, как устроены европейские города, мне нравится урбанистика, я этим немного увлекаюсь и обычно показываю, как это устроено здесь. Живу же я постоянно в Кракове, и так как мне интересна урбанистика, то, конечно же, я на это обращаю внимание и в Кракове в том числе. Возвращалась я как-то домой, не скрою, в не очень хорошем настроении. Иду, значит, приехала на трамвай, иду к дому, еще, по-моему, дождь шел, такая плохая погода. Вообще, знаете, в Кракове декабрь, январь и половина февраля – это очень депрессивное время. И, значит, иду по тротуару, и прямо возле моего дома, ну, не прям, но относительно рядом, стоит, значит, машина, припаркованная на тротуаре. Я это, значит, фотографирую, выкладываю в Инстаграм и спрашиваю подписчиков, что делать, потому что парковка на тротуаре, ну, это неадекватно, ненормально, в Кракове с этим борются, и мне было интересно, как об этом сообщить. Кстати, да, у меня есть еще Инстаграм, где я веду тоже блог о жизни в Польше, поэтому, если вам интересно больше узнать о Польше, то подписывайтесь, ссылочку всегда оставляю внизу, и вообще ставьте лайк. Пишите комментарии, и если вам интересен мой блог, то обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Так вот, оказалось, что в Польше есть такой сайт, который называется «Uprzejmie Donoszę», а там можно сделать две фотографии, автоматически, в общем, все заполнится за тебя, как бы, донос, заявление о том, что произошло такое преступление дорожное, оно отправится в Стражмейскую, но, забегая наперед, позже выяснилось, что в Кракове это так не работает, это так работает в Варшаве, а в Кракове вы, как человек, который отправил это уведомление, потом должны будете приехать как свидетель в участок полиции и что-то там подписываться и разбираться. Намного эффективнее просто позвонить в Стражмейскую, чтобы они приехали, на месте зафиксировали это преступление и наказали человека. Ну, вы выписали ему штраф, поставили блокиратор или забрали машину на эвакуаторе на штраф площадку. Но тогда я этого не знала, одно обращение я отправила, а потом вышла вечером этого же дня, если я не ошибаюсь, или другого на улицу, и там стояла в этом же месте еще одна машина. Это же я, конечно, тоже фотографирую и выкладываю в Инстаграм. Эти мои действия спровоцировали как и много позитива от подписчиков, которые понимают мое возмущение, понимают, что парковка на тротуаре в жилой зоне это вообще не дело, так не должно быть, и что такие нарушители должны быть наказаны. Но также я получила и хейт, конечно же. И вот сегодня мы с вами как раз поговорим о том, за что меня захейтили, какие аргументы использовали эти люди, правы они или нет. Забегая наперед, скажу, что, по моему мнению, конечно же, не правы. И во всем этом контексте мы поговорим о том, почему, если мыслить так, как те люди, которым не понравились мои действия и доносы, то никакого хорошего будущего в наших странах постсоветского пространства не будет. И почему я думаю, что очень многие люди именно такими какими-то непонятными понятиями и беззаконием мыслят в постсовке. Хейта было мало, но мне его писали. Мне написали, что я вечно недовольный человек. Также мне написала девушка, что я, приличными словами, больная на голову дура, которая должна ездить на своем долбанном трамвае и не задалбывать людей, которые припарковались. Также она спросила, это что, рядом с моим домом? Как будто бы играет роль, где человек припарковался, рядом с моим домом или нет, если он припарковался на тротуаре. Но больше всего меня бомбануло от вот этого сообщения. Девушка написала «фу», и что она от меня отписывается, причем это давняя моя подписчица. Дело в том, что такой разный неадекватный хейт я часто публикую в сторис в Инстаграме, и даже у меня есть для него отдельная папочка в актуальных, которую я называю «всратые комментарии». И девушка высказала свое негодование по поводу того, что такие комментарии выкладывать не обязательно, каждый блогер вообще-то получает негатив, и будут те, кто не разделяет мое мнение, не обязательно на этом акцентировать внимание. Кроме слова «фу», тут мне оспаривать нечего, ее мнение, она его высказала, нужно было это или нет, тема отдельного видео. И следующее сообщение. Я переведу, здесь написано на украинском, понимаю, меня смотрят люди, которые его не знают.
Извините, и на будущее, вот вам такой случай по поводу этой парковки. Я на 23-й неделе беременности, буквально 2 дня назад, мне нужно было ехать на УЗИ. У меня есть еще один ребенок, 3 года, и приехав в больницу, там не было ни одного свободного парковочного места. И мне пришлось припарковаться в месте, которое было для этого не предназначено, потому что ближайшее свободное было в 400 метрах от больницы. Это очень много, видимо. И что бы вы сделали, она у меня спрашивает, если бы вам пришлось беременной тащить ребенка 16 килограмм на руках на приличном сроке беременности? Я не была беременна, 23 недели – это 5-й месяц, 6-й. Ну, это достаточно много, ну и не последний месяц. Вот, и она выбрала 2-е, и когда она вышла из больницы, там были полицейские, она им объяснила ситуацию, и они ее не наказали. А, да, точно, кроме этих 2 случаев парковки, там еще произошла ситуация, когда у нас есть стройка на улице Костюшка в Кракове, автомобиль остановился на аварийках, скорее всего, это какой-то начальник стройки приехал на BMW или Mercedes, уже не помню, стал на аварийках, там и так все время грязь, и чтобы обойти эту машину, мне нужно было выйти на проезжую часть, и как бы там едут машины, и переходить дорогу там, и ответы хейтеров, назовем их так, были еще и адресованы к этой истории. На что я девушке ответила, что правила парковки придуманы не просто так, и она говорит мне, что случаи бывают разные в ситуации, где я обходила автомобиль и рисковала собственной жизнью, переходя по проезжей части, спешиваясь, сходя с тротуара, что ненормально. А также неправильная парковка может мешать подъезду, например, пожарной машины, как это было, например, при пожаре в городе Одессе, когда погибли дети несовершеннолетние в учебном заведении, потому что пожарные машины не могли подъехать туда, где припаркованы автомобили. А также я написала, что автомобиль – это привилегия, имея в виду, что человек на автомобиле, он быстрее передвигается, чем человек на автомобильном транспорте, он едет в тепле, он не стоит на остановке, соответственно, он должен испытывать больше трудностей с передвижением и парковкой в городе. На что она мне ответила, что вообще-то автомобиль – это не привилегия, а норма жизни, потому что в Польше высокие стандарты жизни. А также она мне написала, что я, наверное, еще не доросла до того, чтобы серьезно думать о таких вещах. У меня еще ребенок в голове играет, вы понимаете, взрослый в голове появляется. Это когда ты нарушаешь правила, потому что ты мать. Вот это поступок взрослого человека, видимо. Также я девушке писала, что всегда можно выбрать такси или общественный транспорт, если вместе, куда ты едешь, есть проблема с парковкой. А на что она мне ответила, что за такси или трамвай будете говорить тогда, когда будете иметь детей. Я так понимаю, дети — это какая-то такая нереальная ноша и оправдание вообще всему, что ты можешь сделать. Нарушать правила? Ну, у меня же есть ребенок, почему бы и нет? Что я считаю полным бредом, хоть у меня нет детей. Это не работает так, что если вдруг завтра у меня появится 3 ребенка, я вдруг предам все свои убеждения и начну нарушать правила и нарушать законы. Значит, мои убеждения были вообще не тверды, и я предам саму себя. Но для некоторых людей ребенок — это просто причина не следовать правилам и иметь больше привилегий. Также она говорит, что можно судить такую ситуацию только когда в нее попадаешь. Я вам, кстати, напомню, что я не автомобилист, у меня нет автомобиля, есть водительские права, но я никогда особо не ездила. Но я активный пешеход, и знаете ли, автомобиль на тротуаре действительно мешает, и вот автомобилисты действительно, они не понимают всей сложности ситуации, пока в него не попадают. Вот эта беременная женщина с маленьким ребенком, она не попадает, что если бы она в этой же ситуации была пешеходом, у нее был бы 1 ребенок в ней, 2-й ребенок в коляске, она бы шла по тротуару и встретилась с автомобилем, который на нем стоит, ей бы приходилось выходить с 2 детьми на дорогу. Ну, наверное, ей нужно попасть в такую ситуацию, чтобы понять всю ее сложность. Или, возможно, если бы она столкнулась с тем, что ее ребенок погиб в Одессе в учебном заведении, потому что пожарная машина не смогла подъехать из-за припаркованных авто к зданию, наверное, она бы тоже судила по-другому. К счастью, у меня хватает интеллекта, чтобы представлять, как действовать в той или иной ситуации, не попадая в нее. Мне кажется, это более правильным, ну и как бы лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих. Ну и дальше она обвинила меня в том, что я вместо того, чтобы как-то решить эту ситуацию, просто в Инстаграме, обосрала, как куры, жердыну, палочку, жердочку, что неправда, потому что я обратилась в Стражмейскую так, как я могла это сделать. А еще мне писали, что я стукачка,
И, короче, давайте поговорим про парковку, про то, можно ли стучать, звонить стражмейскую и как вообще быть. Насчет парковок, автомобилей в городе, приоритеты пешеходов, можно записывать отдельные большие видео. Я, кстати, на днях собираюсь ехать в город в Польшу, который придерживается политики Vision Zero, и в нем практически не происходит ДТП со смертельным исходом. Вот они буквально недавно отметили год, один из нескольких, в который не произошло ни одной смерти на дорогах. Поэтому обязательно подпишитесь, поставьте лайк и нажмите колокольчик, чтобы у вас видео пришло и в уведомлениях, и в рекомендациях. Я уверена, будет очень интересно. Так вот, автомобилей в городе должно быть как можно меньше, парковочных мест должно быть как можно меньше, чтобы люди не ехали на автомобилях в центр города, а пересаживались на общественный транспорт. И если у вас какая-то очень сложная ситуация, много детей, пакетов, собака или что-то еще, или вы просто не любите трамваи, хотя как их можно не любить, они прекрасны, но, допустим, всегда можно выбрать такси. Поэтому отсутствие места для парковки совсем не оправдание и не повод нарушать правила, а реальность всех европейских городов. Я переехала в Европу не для того, чтобы терпеть беззаконие, терпеть автомобилистов, которые нарушают все мыслимые и немыслимые правила и мыслят себя богами дорог, богами городов, не дорог. Не должно быть никого существовать, кроме автомобилистов, только сплошные трассы и никого. Никаких бабушек с пакетами, никаких пешеходов, пешеходных переходов, лежачих полицейских и прочего. Только они сплошной Дубай. Если вам хочется такого, то, пожалуйста, в Дубае или, например, в США. Но даже там уже многие большие города понимают, что такая политика ни к чему хорошему не приводит, городская политика, и их перестраивают. Но также я переехала в Европу, потому что здесь есть еще и гражданская ответственность. Конечно же, не все европейцы бегут звонить в стражмейскую, потому что кто-то там неправильно припарковался. Не у всех есть на это время и желание. Но многие так себя ведут. И это не стукачество. Стукачеством это считают те люди, которые, видимо, выросли на фильме «Бригада», да, на сериале, который прекрасное произведение искусства, и который показывает то, как жить не надо. Но, видимо, многие поняли его смысл совсем иначе и приняли как инструкцию к жизни. В нормальном обществе есть уважение всех его участников, членов друг к другу. Моя свобода и твоя свобода, вся свобода каждого отдельного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Ты можешь делать что угодно, пока ты не мешаешь другим. Это простое правило позволяет мне находить правильное для меня решение в каждой ситуации. Стоит автомобиль на тротуаре, я иду по тротуару, автомобиль мне мешает. Он нарушает правила и мешает другим участникам дорожного движения, значит, он не прав. И поляки со мной согласны. Я живу в небольшом доме, у нас 2 подъезда, 5 этажей, то есть на каждом этаже где-то по 3 квартиры, и это примерно 3 на 2, 6, 6 и 5, 30 квартир, да? Ну, домик совсем небольшой, но у нас есть очень активные соседи, которые постоянно обращаются в управляющую компанию. По-нашему это называется стучать, но по-польски это называется организовывать порядок в своем доме. У нас есть доска объявлений на первом этаже, и там просто постоянно появляется что-то новенькое. То, значит, кто-то кормил голубей. Появилось объявление, что голубей кормить нельзя, они какают вообще-то на территорию, какают на другие балконы, окна. Это ненормально, прекратите кормить голубей. Наши соседи пытались выводить свою собаку, щенка, на территорию вокруг дома. У нас огражденная маленькая территория, на ней растет газончик, стоит пару лавочек, на которых никогда никто не сидит. И вот они выгуливали там собаку. Конечно же, за ней убирали. Но потом соседи это заметили, и началась война между теми и другими, чтобы они не выводили гулять собаку, что по сути было незаконно. Нет такого правила, которое бы запрещало выгуливать собаку на этот травник, который газон, но тем не менее они добились своего, и собаку никто не выгуливает. Кто-то из соседей додумался на лестничной площадке оставить зимнюю резину. Как мне написали подписчики, что зимняя резина, мало того, что это бред оставлять ее на общей территории, она еще и издает какое-то ядовитое испарение, на которое у некоторых жителей может быть аллергия. А вот у нас прям повесили фотографии этих, значит, этой резины и сообщили, что этого делать нельзя. Резину брали. У нас сортируют мусор, но нет этих страшных историй, как в Германии, знаете, где соседи открывают мусорный бак и заглядывают, кто там выбросил бумажку в контейнер с пластиком, а кто не помыл пластиковый контейнер. У нас такого нет, но кто-то из соседей оставил в комнате, где хранится мусор, она у нас на минус первом этаже, где паркинг, оставил пакеты с одеждой.
Я еще удивилась, что такая хорошая одежда, хоть забирай себе. Но также появилось объявление, что одежду оставлять нельзя, потому что мусорная компания ее не вывозит, поэтому не утилизируют, ее нужно отдавать в какие-то другие специализированные места. Вот как себя ведут поляки, и пусть это может раздражать, может быть непонятным поначалу, потому что тебе кажется, ну я же не делаю ничего такого. Вот что этому конкретному человеку сделала эта одежда возле мусорных баков? Ну заберет ее эта мусорная компания или не заберет? Ну кому какая разница? Но нет, здесь думают по-другому, потому что это все общественный порядок и есть определенные правила, которые должны соблюдать все. И в этом нет ничего страшного, это нормально, потому что если правил будут придерживаться все, то будет порядок, будет нормально в городах, в домах, в странах. Но когда в обществе правила не соблюдаются, то получается хаос, потому что каждый отдельный гражданин наделяет себя какими-то особыми привилегиями. Кто-то считает, что он может парковаться где хочет, потому что у него ребенок, а кто-то считает, что он может, я не знаю, делать ремонт в какое угодно время, слушать музыку в какое угодно время и закатывать вечеринки, потому что у него ребенок. Или ему просто все плевать на остальных. Или он, например, сын или сам какой-нибудь большой начальник, и ему ничего нельзя сделать. Если мы не хотим, чтобы общество скатывалось в такое дерьмо, то мы должны себя вести как цивилизованные люди. И быть ответственными гражданами, и докладывать о том, что происходит какое-то беззаконие, это не стукачество. Это ваша доля, лепта, гражданский долг. Тот маленький пазлик, из которого складывается огромный пазл порядка и благополучия той Европы, которую мы любим. Конечно, бывают действительно ситуации, где нельзя избежать нарушения закона. Например, вам стало плохо за рулем, к примеру. Или с вами ехал ребенок, и, я не знаю, видите, что он задыхается или закашлялся. Ну, наверное, когда кому-то из людей, которые находятся в машине, угрожает опасность, допускается припарковаться там, где этого делать нельзя, и ничего страшного не произойдет. Но то, что с вами просто ребенок и вы беременны, не дает вообще права вам нарушать закон. У всех почти людей есть дети, так что это освобождает от соблюдения правил. Если вы так считаете, напишите вообще в комментариях. Но мне кажется, что если дети — это такая непосильная ноша, что даже имея детей, вы не можете найти парковочное место, может быть, вам просто не стоит заводить детей, может быть, это слишком сложно для таких людей. Или, может быть, не стоит заводить автомобили, если вы не можете с ним управляться. Ну, например, вы заводите собаку, и с ней надо гулять. Вы же не говорите, я не гуляю со своей собакой, она какает мне на кровать, потому что у меня ребенок, и я не могу выгуливать свою собаку. Нет, вы так не говорите. Но почему-то автомобиль можно припарковать и где угодно, и как-то там, и, в общем, не следить за тем, как он себя ведет, потому что есть какие-то оправдания. Нет, пусть тогда он остается дома. Я даже говорю это, и просто у меня взрывается мозг от того, насколько это бред и насколько это какие-то ошибочные и ложные вообще логические цепочки, которые мне даже сложно оспаривать, потому что это же долбанный бред. И вообще, я очень рада, что я живу в Европе, где законы работают. Да, не всегда, да, есть исключения, да, здесь все не так идеально, но уж точно в десятки раз лучше, чем в Украине, из которой я приехала. И знаете ли, я жила в Харькове, автомобилисты меня доканывали, городская среда меня доканывала, я не хотела выходить на улицу из-за всего этого, но даже находясь дома, у меня под окнами была парковка, причем она была не асфальтированная, а из, не знаю, щебня, шлака, вот чего-то такого. Машины мало того, что шумели, когда передвигались на ней, был сосед, который мог приехать в 12 часов ночи, в час ночи. Там был густо стояли дома, 16-этажка, 10-этажка, напротив тоже 12-этажный дом. И у него на всю улицу очень громко играли разные мелодии, например, музыка из мультфильма «Бременские музыканты». И это было нормально, но зато никто из жителей, сотен жителей, которые все это слышали в 12 ночи, на него не стучали, зато по понятиям все живут. Но кому от этого лучше? Только тому автомобилисту, который слушал «Бременских музыкантов». Пишите в комментариях, согласны вы со мной или нет, встречались ли вы с такими случаями, что вы в них делали, может быть, вы попадали в такие случаи, и кто-то доносил на вас, доносили вы, и вообще, что думаете по этой теме, я читаю все, отвечаю очень часто, очень интересно пообщаться в комментариях с вами на эту тему. Ну и не забывайте лайк, подписка, это все, и колокольчик обязательно, чтобы не пропустить новое видео из города, в котором не случается смертельных ДТП. Спасибо, что посмотрели мое видео, и пока!